Что весь кемеровский ОМОН, блядь, уже похоронен, сука, в Киевской области и в лесах, блядь. За неделю, пока военно-политическое руководство вашей страны будет занято пиздецом, который творится у нас, с одной стороны будет Путин ебать мозги вашему Лукашенко, а с другой стороны, блядь, будут гибнуть люди, и он не будет знать, как матерям сказать, где, блядь, их дети. Вы, организованный белорусский народ, блядь, заканчивайте то, что вы начали в 2020 году. А начали вы очень круто. Очень круто. Молодцы. Я 6 лет начальник департамента патрульной полиции. У нас каждый день митинги, каждый день протесты. Но мы никогда не позволяли себе так жестко, блядь, обращаться с людьми, пиздить их, блядь. Мы даже выходим сюда без щитов. У нас есть переговорщики. Мы хотим мира, и мы живем в мире с нашим народом. Потому что мы свободная демократическая страна. А русня, блядь, здесь вся горит нам. И это началась история уничтожения, блядь, Российской империи. Белорусы, присоединяйтесь к нам!